родителей. Я Эллада, а ты, насколько мне известно, Анастасия. Если ты хочешь найти своих родителей и получить подарки на Рождество, ты должна выполнить одно маленькое задание. Пойди и принеси амулет, который спрятан в лесу на Лысой Поляне. Этот мелкий волшебник поставил сильную защиту. Я и мои слуги, крошки мои, мы не можем до него добраться, поэтому приходится просить вас, детишки. Каждый год я устраиваю для своих подданных маскарад. Ты приглашена с амулетом. Справишься, и я верну тебе твоих родителей. А если нет, они будут принадлежать мне. Не разочаруй меня, девочка. Прямая. Ну хорошо. Твои родители здесь.